Hi, people, с вами Вика, и уже совсем скоро настанет школа, и нам придется учиться. Да. Так вот, в этом видео я вам расскажу о нескольких приложениях, которыми я пользуюсь в учебное время, которые мне помогают с учебой и, надеюсь, помогут и вам. Так что без дальнейшей болтовни приступим. Итак, первое приложение называется «Химия». Серьезно, я этим приложением пользуюсь в учебное время очень часто, потому что там есть таблица Менделеева, таблица растворимости, еще какие-то схемы. И самое главное, из-за чего я скачала это приложение, это то, что оно выдает ответ на уравнение. Серьезно, это так круто, особенно для меня. Отличница. А следующее приложение, о котором я вам расскажу сегодня, называется «Физика». Там собрано просто море формул, очень много формул, серьезно, просто дохренища разных формул. Это очень круто, потому что лично я не запоминаю их вообще. Ну а следующее приложение для изучения английского языка, оно называется LinguaLeo. Также есть веб-сайт, и очень круто, что, я не помню, по-моему, в том году они создали мобильное приложение, это очень удобно. В этом приложении реально очень-очень удобно учить английский язык, потому что там есть очень разных тренировочных штук. Это приложение мне нравится для разнообразного набора словарного запаса в английском языке, потому что ты можешь выбрать слова для путешествия, или, допустим, слова из Гарри Поттера, или для жизни, или для офиса. Это просто очень-очень круто. Еще есть там курсы, есть бесплатные курсы, есть платные. И вообще, я обожаю это приложение. Я подсела еще на веб-сайт несколько лет назад, а когда появилось приложение мобильное, сразу же его скачала. Следующее приложение называется Handy Math. В этом приложении очень много математических формул. Это очень круто. Допустим, ты выбираешь формулы по арифметической прогрессии, там просто написано все, что тебе нужно знать, и формулы, и некоторый текст, который ты должен знать, чтобы понять. И это очень круто, я часто пользуюсь этим приложением. Ну а следующее приложение для изучения иностранных языков, оно называется Memories. Неважно. В этом приложении можно учить сразу три иностранных языка. Это английский, французский и немецкий. Это очень удобно, там очень хорошие программы, особенно для начинающих. Это приложение очень крутое и самое главное, оно бесплатное. Кстати, все приложения, о которых я вам рассказываю, они все бесплатные. И следующее приложение называется «Формула», а точнее «Formula Helper». В этом приложении заключены формулы по алгебре, геометрии, тригонометрии, высшей математике. Там достаточное количество бесплатных формул, но оставшиеся вы можете докупить за свои деньги. Ну а следующее приложение, которым я обычно пользуюсь в учебное время, да и не только, оно тоже для изучения английского языка, и оно называется EasyTen. Авторы программы говорят о том, что, в принципе, если каждый человек будет учить в день хотя бы по 10 слов, то очень скоро он наработает большой словарный запас по английскому языку. Там очень неплохие программы тренировок, и мне это приложение очень нравится. И последнее на сегодня приложение тоже для изучения английского языка. Да, у меня их много. И это приложение называется ABBA English. Это приложение тоже достаточно удобное. Там есть очень интересные, в принципе, программы для изучения английского языка. Так что выберите хотя бы одну из тех, которые я вам сегодня рассказала. И я думаю, хотя бы одна из них вам подойдет. Ну что ж, ребят, я очень надеюсь, что вам понравилось это видео, поэтому поставь палец вверх, подпишись на мой канал, напиши внизу в комментариях, каким приложением для учебы пользуешься именно ты. Люблю вас всех, ребят, сияйте, увидимся в следующем видео, пока!